Доброго времени суток зрителям и случайным гостям нашего канала. С вами Роси, мы находимся на роли Game Online и продолжаем с вами снимать, а вы смотреть рубрику Gameplay и Let's Play. В данном видео мы с вами поговорим про такую игру, как Zula Respawns. Это игра-шутер от первого лица, а-ля песочница, которая нам рассказывает про противостояние британцев и африканцев, которые борются за свою независимость от британских колонизаторов. Сейчас мы с вами попробуем эту игру поиграть. Я в нее еще, честно, не играл. По моей информации, как бы игра, в принципе, по крайней мере, в Steam отображается, что она была выпущена 12 числа всего месяца в этом году, то есть это 12 июня 2017 года. Соответственно, мы сейчас посмотрим, что нам эта игра предлагает, посмотрим ее геймплей, немножко поиграем, ну и потом сделаем какие-то выводы. Давайте выберем синглплеер. Я, если честно, я же говорю, что в нее не играл, поэтому я не знаю, тут нету, как я понимаю, никакой кампании, просто есть возможные миссии, то есть здесь Zulu Attack, Survival и так далее, и так далее, и так далее. Давайте просто выберем Survival, я не знаю, и нажмем Start Game. Идет загрузка. Слева он, я вижу, британский солдат активно рубит в пустоту. Так, нам теперь нужно выбрать Character Selection. Мы можем выбирать только за British. Значит, у нас есть лейтенант Джон Чарт, лейтенант Гонвиль Бромхед, сержант Франк Борни и капитан или капрал Вильям Аллен. Мне нравится больше Вильям Аллен, хотя смотрите, какой он. Милый дядечка, вот этот получше. Вот это хочу быть этим мужчиной без шапки, он такой брутальный. Мы будем за Гонвиля Брумхельда. Селект. Собственно, выбираем. Значит, старт гейм. Alright, chaps. I'm sorry to say, but the Zulus have already surrounded the Rocks Drift settlement. We have no alternative but to stand and fight until the relief column arrives. For Queen and Country, boys! Мне понравилось такое ощущение, как, знаете, много людей хлопает, а на самом деле у нас 4 человека. За короля и отечество, ребятки. За короля и отечество. Или за королеву. Так, значит, штык. Значит, передвигаться, это понятно. А, это был выстрел. Обратили внимание? Блять, что происходит, ребята? У нас есть прицел, квадратные пальцы. Уже, в принципе, хорошо. Как я понимаю, это мои пацаны, с кем я буду идти в атаку. Так, вол, импейл, кейс. Мили, это, ага, маркер. Все, я понял. Так, значит, мы даем команду... Fire all. Все, короче, давайте, пошлите мочить папуасов. Что я могу сказать по поводу графики? Ну, я не знаю, как-то оно все такое... Как-то оно, короче, все такое странное. Так, ладно, нажимаем тем временем U. Мы здесь можем выбрать солдата и дать ему конкретное, типа, там, указание. Move to, там. И они все пошли, к примеру, вперед и так далее. Ну, в общем... Очень классно. Что-то она подлагивает. Конечно, комп у меня какашка, но не настолько. Все, наши пацаны пошли в атаку. Что происходит? Господи, нельзя, наверное, убегать. Я понял. Там, наверное, что-то опасное. Ребята, вернитесь и обратно. Что вы делаете? Остановитесь! Остановитесь! Что ты можешь сказать по этому поводу, дружище? Нет, ну, обратите внимание, у него как бы очень вот борода прорисована. Видите, аж такое можно, смотрите. Глазики, усы. Я думаю, разработчики потратили все как бы... Все свои умения на прорисование этих шикарных усов. Потому что, как говорится, усики, пропуск в трусики. Ладно, что, нажмите F, чтобы дать быструю команду. Нажмите E для того, чтобы выбрать солдата. Zulu player speak R. Ага, понятно, ладно. Hotkey list. Господи, как тут все тяжело. Тут, походу, нужно управлять своими отрядами.
пацаны стреляют. О, побежали папуасы, ребятки. Смотрите, что происходит. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Держать оборону. На тебе, папуас. Сейчас напикаю его точеную. Видели? Оценили? Спасибо, братан, прикрыл. Что-то у меня трясется. Наверное, они используют какие-то психотропные препараты. Я не знаю, нужно просто открывать огонь на поражение, ребята. Что-то горит, мы горим. Что происходит? Я вижу этих черных негодяев там. Хорошо, что я стреляю, как ворошиловский стрелок, поэтому мне дали звезду. Я думаю, за храбрость явно. Вы видели, как я его на пику точеную посадил? Ребят, если будет очень громко, я извиняюсь. Вы знаете, что проблема со звуком всегда в моих видео присутствует. Никогда не могу ее точно настроить. Так вот, в общем, поговорим об игре Zulu Respawned. Графика, конечно, вы сами видите, отличная. Но при всем при этом, я только что выстрелил в куст, и этот куст упал. То есть это означает, что физика просто реалистичная. Мы с вами только что отбили первую волну папуасов. I can see the chief there from the north wall. Что-то там кто-то кого-то увидел. Кстати, обратите внимание, парень уже с усиками, который был уже перевязан, он уже у нас Кутузов, одноглазый, такой одноглазый Джо стал уже сразу. То есть видите, как бы здесь все, если человек был ранен, то есть он получил сразу какие-то определенные, ему оказали помощь, скажем так, и так далее, поэтому очень классно. А, кстати, у меня есть револьвер, я не знал. Значит, как я понял, все наше оружие сводится к тому, что у нас есть огнестрельное и, соответственно, пестики. Я думаю, что у ребят с противоположной стороны папуасов дела состоят намного хуже с вооружением. Ну, как бы мы несем демократию и цивилизацию, поэтому нам как бы неинтересно их не вооружение. Значит, что по поводу геймплея еще хотелось бы сказать. Управление, в принципе, стандартное. То есть, ВСД бегать, правой кнопочкой целиться, левой стрелять. И так далее. То есть вот мы сейчас с пестика выстрелим того пацана. Вот так вот. То есть, видите, жесткое отображение выстрелов. То есть геймплей, в общем, обычное передвижение. Там присел через сэшечку, правую кнопочку нажал, прицелился. R, соответственно, мы перезаряжаем наши патроны там и так далее. У нас есть еще труба подзорная. Извините меня, я не знал, ребятки, простите. Где-то происходит стрельба, я не могу понять где. Ага, я понял, где они нападают. Хорошо, что мое верное ружье всегда со мной. Где мой пестик? Давайте! Бэм! Еще шаг и в голове скворечник. Бэм! Патронов у меня нету, я понял. Смотрите, они заходят на наши рубежи. Получи, получи. Смотрите, я просто их не подпускаю. То есть, у меня закончились патроны, но эти папуасы лезут во все... Господи, Джонни, они на деревьях. Надо отходить. Дайте патроны. Патроны. Капралу нужны патроны. Ребята, все, патроны у меня. Тихо, тихо. Сильно они резкие. Я ему выстрелил, но он выжил. Я иду в рукопашку. Получи. Смотрите, они прорвали нашу оборону. Джонни, получи. Хорошо. Господи, их слишком много. Ах ты, ублюдок. Я промахнул, я ранил его. Смотрите, есть система ранений. Получи. Что? Ох, у меня 18 жизней осталось, ребяточки. Господи, за королеву и за Британию. Все. Это был конец. Это был конец. Мой капрал... А нет, ребят, я, как и в батле, я просто опять появился. Наше задание осталось тем же, надо удержать наши позиции. Смотрите, что он какую вертухам дает нашему пацану. Держись, держись. Вот так вот тебе. Видели, копье пролетело, как в матрице. Я еле успел увернуться. В общем, геймплей очень отличный. Мне очень нравится. То есть, боевочка вот такая вот. Вы видите, все очень живенько так происходит. Особенно, когда садишь их на кукан. Ну, то есть, на пику свою. Очень красиво, очень классно. Я думаю, быть африканцами в данной ситуации плохо, да и вообще ими плохо быть, хотя я ничего против них не имею, потому что как бы ты бежишь с палкой и с щитом, и по тебе стреляют пулями и садят на штык. Ну, как-то так, как-то не очень.
В общем, я думаю, что если может кому-то игра такой типа песочницы понравится, она очень простенькая, наверное, там можно делать какие-то махинации с управлением своего отряда, типа, чтобы они прикрывали, занимали позицию, нападали там с флангов, шмангов и так далее. Ну, я не знаю, давайте мы еще сейчас минуточек 5 поиграем, вы посмотрите просто на... Слышите, труба зовет. Вы посмотрите просто на геймплей и, я думаю, сами сделайте свои выводы. Я надеюсь, вам это видео обязательно понравится. И вы поставите свой огромный палец вверх. Почему-то громко эта труба, господи, перестаньте. Это жесть. Прекрати! Прекрати! Так. Короче, они нападают со всех сторон. То есть, пошел хардкор. Я выстрелил, я в него попал. Хотел добить вручную, его пацаны наши добили. Получи. Я куда-то стреляю, в дерево, я не знаю. Я, короче, буду... Я буду просто вот так вот ходить по перевернутому прицепу, потому что я жесткий. Смотрите, какой они живучие. Я, блин, попадаю, в него уже два раза попал, он еще живет. Умри, собака черная. То я ничего не имею против черных, потому что я не расист, ребятки, я всех люблю. Они прорвали оборону. Сэр, вы не изволите опять стрелять? На нас напали. Все, короче, на куканы сажу, ребята. Самый верняк. Где мой пистолет? Меня кто-то убил. Причем очень жестко. Какой-то был взрыв, наверное. Взрыв какой-то черной бомбы. Если вы понимаете, о чем я. Так, это наши пацаны. Мы идем в нападение. Точнее, отбиваемся. Бам! Бам! Давайте! Вот так я буду стрелять, короче, куда-нибудь. Чтоб, может, попаду со своего пестика. Не знаю, конечно. Пистолет... Больше нету у меня патронов. Я пошел в рукопашку. Есть. Одного наштрикал. Минус 3, ребята, изи-каточка. Есть, давайте. Ультра-килл, еще одного. Господи, подонок. Рэмпейдж, все, ребята, все, пятерочка. Минус 5. Один минус 5 сделал, пока наши пацаны где-то ходили. Я вижу, нужна помощь нашему солдату. Сейчас я выстрелю в макаку, черную убил. Смотрите, ему нужно полечить. Но сначала его надо спасти от этого черного. Вот так вот. Господи, парень, как тебе помочь? Я кричу, чтобы ему помогли. Кто-нибудь, помогите ему. Дружище, я не могу тебе помочь. Ладно, некогда. Потом будем оплакивать раненых и мертвых. Надо сейчас отбить атаку чернокожих мужчин. Разъяренных чернокожих мужчин, я поправлюсь. В общем, что я могу сказать? Была сделана дырка в стене. Мне об этом сообщили сообщением в правом верхнем углу. Я вижу, у нас горит дом, до этого не горел. Значит, мы, скорее всего, где-то немножечко проиграли. Так, сейчас идет опять нападение. Ребят, я пополнил патроны. Сейчас я хочу перезарядить свой... Пешталь, но почему-то у меня это не получается. Ладно. Эта труба мне просто доставляет. Да, они нападают. С другой стороны. Мы туда бежим. Внимание, да. Джон, неплохо. Я бы был бы не против, если бы ты меня, Лека, тоже полечил. Но я понимаю, что тебе не до этого. Давайте пока, значит... Идем, ребятки, защищать. Я вообще не понимаю, почему мы защищаем этот дом и этот сарай. Наверное, это, блядь, офигенно стратегическая точка, что столько людей здесь умирает. О, слышите, крики, не крик, они где-то идут в атаку. Вот они, вон в кустах. Я видел его там. Сейчас я попытаюсь, главное не залагать здесь. Они прорвались. Я... Хей, парень, да, ты, кстати, мог бы получить. Минус один еще. Хорошо.
Так, надо как-то передислоцироваться и пытаться бить их в спину. Получи. Ах ты! Я сильно далеко вышел, понял вас. Хопа. Давай. Получи. Почему-то я их не могу с первого раза... Смотрите, какой там замес происходит, ребят. Копье прилетело. Царски. Копье прилетело прямо в голову. Но, что хорошо другое. У нас теперь есть пистолет. Ну и потеряли стену. Знаете, я бы тоже так мог озвучивать. Мы потеряли правую стену. Я не буду целиться, я буду стрелять как настоящий ковбой на вскидку просто. Бэм! Вот так вот. Ладно, я предлагаю, надо действовать более просто. Как вот в старину. Будем бить же ихним оружием. Они нас бьют палками, мы их будем бить штыками. Коленку ему. Вот так вот. Вот так вот. Как показывали на загрузочном экране, что надо рубить штыком. Все. Я забрал сколько смог, но и меня тоже порубили. В общем, шикарный геймплей. Шикарный этот. Я чувствую, что скоро конец. И мне кажется, что скорее всего мы проиграли. Тут раненый был. Просил помощи. Собственно, так. По кому вы стреляете? Они что, еще раз нападают? Ребята, сколько их может быть? Они читеры, у них бесконечное количество людей. Хотя у нас тоже. Кто-то кричит. Что, пацаны, я вижу, мы с вами боролись до конца. Такое ощущение, что эту игру сделали... Look, over there. One of our guys is wounded and being chased by some Zulu. Зулю, вон, парню нужна помощь, ребята, мы бежим его спасать, и когда-нибудь эта миссия должна закончиться уже. В общем, я взял пестик, я иду. Держись, брателло. Я вижу, смотрите, он отбивается один против толпы. Ребята, ребята, это что такое? Да что происходит? Я не знаю, что происходит, почему у меня отнимается ХП. Я пришел тебе помогать, парень. Все. Все. Я сделал свое дело. Мне нельзя было выбегать за периметр, но я пришел и с нагана просто посчитал их, этих негритосов, для того, чтобы помочь им. Я, наверное, должен был сдалека как бы отстреливать со своей винтовки высокоточной, но... Ребят, я просто... Блин, он не успеет дойти. Они опять нападают. Вы видите, они просто не дают нам передыху. Они очень организованные, как где-то туземцев, мне кажется. Зейкам они идут, ребятки. Но у нас более важная миссия. Сейчас я посмотрю, где наш кореш. Вот он идет. У нас очень важная миссия, надо просто проводить. Я беру наган, потому что с наганом у меня получается стреляет лучше всего. И, кстати, за королеву и отечество, давайте. Так, он идет. А что у него? Что у него? Смотрите, видите, у него два пальца, как бы мизинец. И смотрите, безымянный, смотрите, он просто... Видно, что он рвал этими пальцами, как бы вспарывал животы и шеи этим несчастным аборигеном черным. Давай. Ох, вы вот видели, как кто-то полетел. Вот это шикарно. Ладно, идем на передовую. Наган. Давай. Давайте, еще шахи в голове. Скворечник, кто первый? Бэм, бэм. Можно просто в толпу стрелять и в любом случае кого-нибудь подобьешь. Нет патронов. Для тебя у меня припасено кое-что другое, братишка. Получи. Видели? Я уже как про. Одного он пуля, другого штыком. Так вот тебе, что ты мне на это скажешь. Так, вон они еще бегут, ребятки. О, причем их там бежит очень много. Я не знаю, мы, наверное, не удержим. Разве что туда просто стрелять в толпу. Все, меня убили. Но, не знаю, единственное, что... Мне нравится в этой игре, это пистолет. Пистолет реально шикарный. То есть подходишь так и ему так. Вы видели вертухан, как он давал? Вы видели просто... Вот это он ниндзяка просто.
Да, для пистолета нужно два выстрела. Тихо, тихо, тихо. Ого, прилетело, ребят. Это, походу, все, это кресты. Это ГГ. Это кресты. Я только появился, и тут сразу опять месиво. Получи. Ранил и сразу штыком добиваю, как учили меня в академии, точнее как бы в казарме, как учили перед отправлением на войну. Сначала пуля, потом штык, солдат. Пуля, потом штык. А потом берешь подзорную трубу и мочишь всех подзорной трубой, как бы, если уже так все плохо. Ну так, надо кого-то остановить где-то там. Я не понял, что они хотят, не успел прочитать. Не знаю, просто давайте будем бежать. Вот, я не знаю, этот парень куда-то уверенно бежит, я просто пойду за ним. Нет, мне нельзя за ним бежать, но я же хотел. Подожди. Друг, забери меня, друг. Ах ты. Крыса, ни шагу назад. Может зайти в огонь? Просто предать свое бренное тело огню и погибнуть как настоящий патриот Британии. Ну, хорошо, а мне надо на пестик оружие. Ой, патроны точнее. Ладно, давайте, все. В общем, еще 2 минуты играю, заканчиваем это ссанное побоище. Я думаю, элита. Это я, наверное, элита. Не они явно. В общем, это нужно будет еще заканчивать. Я думаю, что вы уже увидели все, посмотрели и прекрасно поняли, какая это чудная и прекрасная игра. И если кто-то захочет в нее поиграть, то он рад за вас, ребяточки. Просто рад. Что я еще могу сказать? Где все заруба происходит? Это раз. Во-вторых, почему я так медленно хожу? Блин, они такими со своими криками вот этими, они меня раздражают. Причем я стреляю, обратили внимание, стреляю в одно, оно попадает куда-то. Может, надо выше брать просто вот так вот как-то. А почему я один, а где все моя братва, как бы? Они бегут на меня. Вы не пройдете, you shall not pass. Сейчас, подождите, пестик. Ладно, похер на тот пестик. Все, смотрите, они еще добивают меня, вертуханы на моем теле исполняют. Где мой пистолет? Наганус. Где мой Наганус экстерминантус? Сейчас я им дам. В очередь. Все, ну тут меня очень быстро. Ну, я как понял, это идет уже. Ребятки, это идут какие-то элитные войска туземцев. То есть они, наверное. Смотрите, я только появился, они меня сразу закидали. Сразу видно, что элита, реально без шуток. То есть игра приобрела сразу очень хардкорный уровень сложности. Я думаю, мой пистолет должен исправить эту оплошность. Смотрите, я стреляю куда-то в воздух, и причем моя пуля в воздухе там и застреет. В общем, сейчас я немножко разбавлю их тусовочку тут. Нет, не разбавил. 2 копья в голову, все, никто не вечен. Давайте еще раз попробуем. Попытка номер 58. Перезаряжаемся. Присел. Давайте, все как учили в этой... Опа! Присел, перезаряжаемся. Выстрел, присел. Перезаряжаемся. Выстрел. Смотрите, у нас, короче, дуэль получилась с этим туземцем. Видно, что мы с ним оба... Ну, теперь только я. Закаленные воины, которые не готовы сдаваться. В общем...
общем, не знаю, это происходит бесконечно. Я думаю, вам понятно, что это за игра. Она очень прекрасная, очень чудовая. Пожалуйста, поставьте пальцы вверх, подпишитесь на наш канал, если вы еще это не сделали. Будьте с нами, дальше будет интересней. Скорее всего, скоро будет стрим. Может быть, на этих выходных или, может быть, на следующих. Всем спасибо, с вами был Росси. До скорых встреч и всем пока.